Приветствую всех на своем канале Акварелька. Сегодня мы в магазине Glory Jeans. Он у нас работает. Посмотрим, какие здесь новиночки. Что завезли к лету. А к лету завезли очень много всего. 1999. Такая джинсовочка. Внизу манжета. Рукавчик простой, без манжеты. Ай, ну да, подогнули. Вот, в спине смотрится так вот. Как это в Никине. Ой, классные такие кофточки летние завезли. Смотрите, здесь на резиночке вверх. И внизу вот такие завязочки на рукавчик. Рукавчик где-то 3/4. Внизу кофточка просто прямая. Так, и цена вопроса. Ну, горошек сейчас вообще в моде. 1199. В общем, вот такие классненькие. Это, по-моему, хлопок. По ощущениям, еще по цвету, посмотрите, по цвету есть вот такую полосочку. Вообще полосочку я, конечно, люблю, но горошек черный на белом сейчас тоже смотрится классненько. Юбочки, брючки. Так, есть вот такие вот юбочки длинные, но они прям совсем такие какие-то. Здесь с воланчиком внизу, есть губенькие. Ну, это какой-то, вы знаете, синтетика. И такого плана платьишки. Из такой ткани. Прямые. А рукавчик такой клеш. 1199 рублей. И также есть по цвету черненькие такого плана. И вот такие зелененькие с воротничком. Что-то прям вообще какие-то они такие. Так. Вот такие рубашечки, конечно, мне нравятся, классненькие. Здесь рукавчик на резиночке. Внизу воланчик. Спереди вот на таких пуговичках маленьких, красивых. Цена таких блузок 1199 рублей. Они есть вот такой цветочек. А, ну это вот, смотрите, вот из этой серии, как я показывала вначале. Вот. Но здесь немножечко другой крой. Такие летненькие кофточки. Здесь манжета, рукавчик. И спереди есть пуговички. Сзади на резиночке. Спинка. Вот такие кофточки симпатичные, конечно. Так, юбочки. С плотной ткани. 1499 рублей. Это белый джинс. Белая джинсовая ткань. Сзади кармашки. Без разрезиков. Вот такая еще. Маечка 599 рублей. Она такая простенькая. Огромный выбор шортиков джинсовых. Вот просто большой выбор. И они по форме разные. Вот есть вообще покороче. Подлиннее вот вижу. Вот такие вот побольше размерами. И по цвету. Есть светлее, есть темнее. Так, цена вопроса. 1499 рублей цена. А это вот подешевле 1199. То есть тоже цены разные. Джинсики тоже. Новая ткань написана. Цена вот таких джинсиков. Есть посветлее, потемнее. 2499 рублей. Джинсы подороже. Есть вот такие юбочки симпатичные. То есть там вот были из белых джинсов, а здесь серенькие. И есть синенькие. Здесь уже другой фасон. Смотрите, какие большие кармашки. И спереди на пуговичках. Еще такого плана. Симпатичные. То есть вот отойду подальше, не видно. И футболки классненькие. 599 рублей. Вот такие летненькие. ХБшка. Они такие коротенькие. Такое лето. А вот еще какая юбочка. Смотрите, солнце клеш. Такая под джинсу. Под джинсовую ткань, вернее. Цена, сейчас скажем. Цена 799 рублей. Такой юбочки. Вот есть джинсовые курточки посветлее. Новая ткань. То есть, ну, они сочетаются с этим джинсиком. Можно подобрать, сделать костюмчик себе джинсовый. 3499 рублей. И платье. Смотрим. Такие летние платья. Внизу расклешенные.
такие платья стоят по 1299 рублей. И вот классненькие в полосочку такого плана. И просто голубенькие есть. Такие вот летние платья. Шортики, кстати, есть еще и малинового цвета. 1299 рублей. Сзади кармашки. Черные и вот такие бежевые. $1299. Такие вот платьишки без рукавов. Есть небольшая оборка, полосочку мелкую. И есть розового цвета. Джинсы. Что тут еще есть? Джинсовые. Под джинсовые. Вот еще, смотрите, какие классные блузки. Тоже здесь на резиночке. Они такие прям вот, ух, летние. На лето. $999. Они... Эти блузки. Вот рукавчик тоже на резиночке. Так, а размер какие интересные. Так, это М-ка. XS. Так. Есть большие, есть маленькие. По цвету, смотрите, вот они еще и голубенького цвета. Такой нежный-нежный, маленький там цветочек. Такие коротенькие футболочки. Летние. Так, цена 599 рублей. ХБшечка тоже. И по цвету вот они есть полосочку. Есть длинненькие. Такие футболочки классненькие. Белые. Цена у них 499 рублей. Это 100% катон. Хлопок. Такие вот юбочки удлиненные. 1499 рублей. Ну, почти 1500. Такой чувствуется, что хлопок. Футболочки 699 рублей. Полосочка здесь. И вот есть чисто белые футболочки. Голубенькие, розовые. А, у них цена тоже 499 рублей. Это хлопок. Такие вот есть тоже футболочки. Они как бы вот вареные по 699, розовенькие, голубенькие, классные мужские футболочки, поло с рукавчиком, с воротничком, стоит такое удовольствие 999 рублей. По цвету они есть еще футболочки поло темно-синие вот с полосочкой. Нарядный. Но здесь плотная ткань. Но обычно поло бывает такого плотного. Из плотной ткани шьют. Еще рубашечки симпатичные, посмотрите. Так. Так, рубашечки 999 рублей. Тоже чувствуется, что хлопок, качество хорошее. Вот шляпки есть. Солнце, смотрите. Так, шляпки. По 599 рублей. Они такие маленькие, аккуратные. Есть вот большие. И очки. Большой выбор очков солнечных. Так. На парней сейчас посмотрим, что есть. 899. Вот такие вот трикотажные шортики. И можно купить маечку под цвет. Вот с такими пальмами. Так, а маечка будет стоить 399 рублей. Так, футболки. По 499 рублей, так же, как и на девочек. Тоже симпатичным принтом. И смотрим, какие джинсовые шортики. Джинсовые шортики на мальчиков 1599, на юношей. Такого плотного качества. Джинсики есть. А, кстати, вот шортики, смотрите, вот они разные. Качество. Есть светлее, есть темнее, есть с манжетами, без манжет, серенькие. Так, ну цена у них. Сейчас с манжетами посмотрим, сколько. 1699 рублей. Без манжет. Ну, 1599 рублей, как показывал. И джинсы. Джинсы есть на резинке большого размера. Они
по 1999 рублей. 182 вот XXL есть, большой размерчик. Ну и, конечно, маленький размер тоже есть. 1999. Разные размеры. Вот красивые футболочки, веселые. Кстати, есть вот из такой ткани плотной, как вот такая, знаете, прям вообще плотная ткань. Шортики с мелким таким рисуночком. Вот они. Впереди кармашки. Вернее, сбоку кармашки. На резиночке, с веревочкой. Так, 1399 будет рублей такие шорты. Ну, это даже, да, ну да, шорты написаны. По цвету они еще есть вот такие синенькие, с колечками мелкими и с треугольниками. То есть они, есть рисунок разный. Такой платьишко летнее, классненькое, по 1299. На юбке что-то, я не знаю, тут носили. Давным-давно такая мода была. Длинная мода, новая. Вернее, возвращается старая мода. Здесь вот, смотрите, спереди укороченная футболочка, а сзади длиннее. И вот здесь вот мысик такой есть спереди. F-образный вырез. 499 рублей. Такая она, как вязаная ткань. Беленький, желтенький, нарядный. Ну, девочек, конечно, огромный выбор. И костюмчик можно подобрать. Джинсовый, розовый, голубенький. Вот такие красивые кофточки. Симпатичные. Такие, такого плана. На мальчика футболки по 399 рублей. И футболки. Разные они по рисунку и размеру. Шортики. Так, шортики. 599. 999 вот такого цвета. Хаки. Огромный выбор головных уборов. А, кстати, шортики есть еще и трикотажные. 699 вот такого плана. И бейсболки. Плавки. Бейсболки, цена 399. Да, все бейсболки по 399. Смотрите, скидка 299 рублей. Такая вот классненькая кофточка на девочку. Кстати, на входе есть санитайзер. Вот, то есть можно обработать руки, нужно обрабатывать, потом уже заходить в магазин. В магазин нужны будут маски и перчатки. Ну, такой вот был небольшой обзорчик. Всем желаю крепкого здоровья. Подписывайтесь на мой канал Акварелька. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии. До новых видео. Пока-пока.